Доброго дня, дорогие друзья! Я вам сегодня хочу рассказать за чайник фирмы Rundl. Здесь он представлен, чайник на 3 литра, модель Bell. Видите, вот здесь. Значит, есть. Так, что мы еще можем вам сказать по этому? Это, значит, серийный номер. Видите, номер RDS 495. Вот здесь представлено за этот чайник. Вот рисуночки. Все, давайте посмотрим, что находится в середине. Сейчас могу добавить, что чайник сделан из нержавейки. Вот он упакован в середине, все защитные мешочки, описание полностью все идет. Так. В комплекте также есть, видите, приготовление горячих напитков. Паспорт есть и рецептурная книжка. Сам чайник здесь у нас. Так, смотрите, нержавейка не магнитная. Полностью здесь показано, на какие поверхности можно его ставить. Нагревательная. Видите, вот здесь защитный свисток и крышечка. Вот у нас находится в середине. Ну, такой чайничек. Ручка сделана у нас, видите, достаточно удобно. Ручка у нас силиконом покрытая. Не будет нагреваться. Она у нас не будет быстро нагреваться. То есть удобно, очень интересный чайник. Видите? Фирмы Rundl. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.